Друзья, если говорить вообще о четвертой матрице, в двух словах я выражу свое мнение без особых каких-то монтажей, просто вот на картинке и на сюжете, совершенно из другого альтернативного фильма. Как должен, по идее, был выглядеть максимально жестко и сурово бой Морфеуса либо с агентами, либо со сватом, спецназом. То есть вот человек в красивом очень кимоно, но дизайн кимоно, как бы он слишком, мне кажется, гламурный. Действительно, здесь Киану Ривз как будто со съемок Джона Уика прячется в Матрице, совершенно верно. Экскоммуникадо, он спрятался в Матрице. То есть, на самом деле, вот такой Морфеус, он мне не зашел. Он позитивный, но он больше для фильма «Люди в черном 5», например. Да, то есть, был бы отличный персонаж. Он, кстати, смеется, раскачивается из стороны в сторону, изображая, что его колбасит. Он комедийный актер. Зачем было комедийного актера снимать реально в таком трэшевом киберпанковском замесе? Как, по идее, должен был выглядеть бой реально Морфеуса, который понравился бы фанатам в четвертой «Матрице»? Давайте с вами посмотрим это. Не буду говорить, что это за фильм, наверное, вы догадаетесь, но... Представьте, что это арестовывает Морфеуса. Вот если бы Морфеус вот так играл бы в четвертой матрице, мне бы очень это понравилось. Шикарный фактурный персонаж вообще. Это 2018 года фильм. Ну, добавить кожи, добавить стайла, одежды, очков. На самом деле Морфеус начало, по сути. Было бы отлично. Я согласен, что, может быть, это напоминает больше фильм «Рейд», но все-таки, согласитесь, «Рейд», он достаточно матричный получился фильм. Поэтому в данном случае вот я бы хотел где-то жесткости увидеть в «Матрице». Киберпанк – это достаточно серьезный, суровый постапокалиптический жанр. И перья в попе цветные в стиле последней «Матрицы», конечно, снятый Ланой Вачовски, сменивший пол. Вот. Как говорят, братья Вачовски уже не те, потому что они сестры.